В школе номер 27 прошел общественный совет при начальнике территориального управления микрорайонов Новогорск-Планерная. Встреча прошла для того, чтобы узнать, какие вопросы больше всего волнуют горожан. Руководитель администрации Владимир Слепцов подчеркнул, что власть должна быть всегда готова к открытому диалогу с жителями. Моя инициатива во всех микрорайонах города провести советы общественности ровно для того, чтобы сегодня познакомиться с населением и услышать напрямую те проблемы, которые существуют в городе. Наша основная задача как раз и повлиять на все то, что происходит в городе, изменить жизнь к лучшему. В основном вопросы жителей касались сферы ЖКХ. Звучали просьбы провести капитальный ремонт домов, усилить контроль за подрядными организациями. От Химкинского союза чернобыльцев поступило предложение о создании детской секции. На детской секции предполагается рассказывать о том, что привело к этой аварии, помогать тем людям, которые сегодня остались одни, рассказывать о героизме, посвящать их в историю. Представители администрации, а также руководители городских управлений и организаций не просто ответили на вопросы, которые больше всего интересовали жителей. Выполнение каждого обращения и просьбы осталось на контроле у начальника территориального управления. Каждый вопрос мы будем протоколировать через официальные письма, значит, направлять их в администрацию и контролировать данный вопрос. К слову, самые инициативные жители станут участниками общественных советов. У каждого микрорайона будет свой, в состав войдут от 10 до 15 человек. Именно они будут активно взаимодействовать с властью.